Непогодой встретил в этот раз спортсменов Прикубанский район на очередном чемпионате по рыболовному спорту в поселке Приозерном. Было холодно, дождик был, ну а так рыбка поклевывала, хоть с переменным успехом, скажем так, ну клевала. Сыром мокро, неприятно, а все остальное шикарно. Соревнование состоит из двух туров. Первый закончен. Судьи взвешивают улов спортсменов. Если спортсмен согласен с тем, что показали весы, он ставит подпись рядом со своим результатом. Олег, ну как сегодня рыбалка? Рыбалка нормальная, погода немного огорчила, а так все замечательно, хороший круг друзей, наконец-то мы увиделись после карантина. Спасибо Карачаеву Черкесию за то, что их федерация, за то, что дали добро увидеться, встретиться, ну и немного отдохнуть, поговорить о своем, о рыболовном. Надеюсь, в дальнейшем еще сильнее будет развиваться республика в направлении донной фидерной ловли Карачаева-Черкесии. Молодые ребята, вон, Никита Захаров, ловят, получается у них. Надеюсь, дальше так будут развиваться. Как улов? Улов нормальный, так. Мероприятия хорошие, так и должно быть. Надо проводить их наоборот и почаще, чтобы привлекать более молодых, перспективных, которые могут, скажем так, смотреть в будущее и продвигать. Рыбалка нормальная, да. Второй тур прям вообще хороший. Так что посмотрим, какие будут результаты. Рыба так поклевывает. Ну тур бы сделать 5 часов, я думаю, нашли бы ключик. Ребята вон ловят хорошо. Вон есть там ребята. У нас чуть похуже. Там вообще тишина. Но у всех настроение отличное. Трудовая рыбалка, первый тур удался. У меня лично второй тур тяжко. Рыба есть, рыба стоит на точке, не берет. Рыба на точке, но не берет, не хочет. Факторов много, и погода есть. И рельеф дна, и все, что можно, может, не нашел. Ну, бывает такое. Финал второго тура. И финал этих соревнований. Осталась 1 минута. Сейчас будем сигнал давать. Финиш! Финиш. И взвешивание, подведение итогов. Сколько? Еще? 375. Ну что, хороший день? Шикарный день! Отлично!
1 килограмм 395. Никакой спорт не может существовать без поддержки. И рыболовный тоже. Это соревнование прошло на должном уровне, потому что ему помогли. Администрация Прикубанского района предоставила кубки и медали призерам. Магазин «Рыбачок» подготовил ценные подарки. Склад заморозки номер один отвечал за питание участников. Фирма «Поклевка», изготовитель рыболовных прикормок и приманок, одарила абсолютно всех участников подарками своего производства и помогла в решении организационных вопросов. Вот именно поэтому непогоде не удалось взять верх. Спортивный турнир, который можно назвать праздником, состоялся. Абаев Олег, Северная Осетия, Алания.